состав делегации вошло 30 человек. Это учащиеся кадетской школы имени Старшинова, воспитанники отделения патриотического движения «Юнармия» и клуба «Микс Эйр». К мемориалу торжественно вынесли реликвии Великой Отечественной войны, а кадеты Севастополя приняли клятву заступающего на почетный караул. С ними на вахту памяти заступили активисты из Анапы, отдав дань памяти защитникам города-героя. Основная идея, цель, такое геройко-патриотическое воспитание. Приехать, увидеть, как это было во время защиты русско-турецкой войны, во время защиты Севастополя в период Великой Отечественной войны, ну и из новейшей истории России узнать то, как произошел референдум, как были присоединены земли, непосредственно Крым, в состав Российской Федерации, уже узнать именно о новейшей истории, что происходило тогда, в 2014 году. В программу поездки входили и познавательные экскурсии. Активисты побывали у 35-й береговой батареи, посетили музей-заповедник Херсонес, Таврический, а также военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве. В будущем ратмировцы хотят отправиться в город-герой Керчь и совершить экскурсионную поездку по Крыму.